Глава Башкортостана поручила оперативно организовать выплаты призовых спортсменам из республики, которые завоевали медали на Паралимпиаде 2020 в Токио. Напомню, за период проведения спортивных состязаний среди людей с ограниченными возможностями здоровья жители республики были удостоены 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Россия завоевала 3-е место в общекомандном зачете по количеству наград. В регионе принято решение увеличить размер выплат тем спортсменам, которые продемонстрировали лучшие результаты на Паралимпиаде. Таким образом, выплаты призерам Паралимпиады уравняли с материальным поощрением чемпионов Олимпиады. За золото выплачивается 2 миллиона рублей, за серебро – 1,5, за бронзу – 1 миллион рублей. Тренеры получают сумму, равную половине денежной премии своих подопечных.